стать защитником Родины и получить достойную военную специальность. О такой профессии мечтают многие старшеклассники. Сейчас каждый из них стоит перед выбором, в какой вуз подать документы. И такие встречи помогают школьникам определиться. У нас есть плавательный бассейн, есть множество различных кружков. Это все на территории, и этим всем может пользоваться каждый ученик нашего вуза. То есть, если вы захотите, даже кружок дайвинга есть. На вопросы учеников 29-й школы ответил представитель Тверской военной академии воздушно-космической обороны. Он рассказал о преимуществах данного направления и объяснил, как подготовиться к поступлению. В рамках программы всероссийской «Есть такая профессия, Родину защищать» проведено сегодняшнее мероприятие, в котором мы сориентировали молодежь для поступления в конкретный вуз, который я представляю. Вы сказали про те специальности, которые мы обучаем в данном вузе. Завершилась встреча в неформальной обстановке. Ребята сделали фото на память, задали вопросы и даже провели мини-соревнования по армрестлингу. Юлиана Мазырина, Вильфрид Зимковский, новости Химки ТВ.